Девочки, всем доброго дня. Сегодня отчет десерта этого, как он у меня получился. Свой отзыв оставлю. Смотрите, отходит он прекрасно от пленки. Видите, я разделила на кусочки после того, как вам показала. Консистенция верхний слой, который был, как бы я его так вот ставила в пластмассовую упаковку, чтобы снизу дышало, так прикрытым было, чтобы меньше пыли было. Верхний слой, слышно, чуть-чуть схватился. В середине мягкий. Нижний слой, потому что было смазано растительным маслом, слегка такой слой, как бы сказать, он еще липкий, но не так сильно. В разломе, смотрите, ломится как свежая конфета коровка. Вот так вот скажем. Очень свежая конфета коровка. Думаю, вы знакомы с этой конфетой. Еще называется тофу конфета. Вкус чего напоминает вот этот десерт? Вчера сын первый как бы попробовал кусочек. И я отломила сама тоже. Откусила, попробовала. Чисто-чисто вкус баунти, девочки. Вкус баунти у этого десерта получается. Если вы любите баунти, то это то самое. Насчет вкуса малины. Сегодня тоже попробую. Сейчас посмотрю, как он чувствуется на сегодняшний день. Нет особо такого, знаете, от белого различия такого нету. Насыщенного малинового вкуса я не чувствую. Может быть, малины побольше или же экстракт малины, чтобы, если вы хотите вкус почувствовать. Украсить можно перед тем, как верхний слой у нас подсохнет. Можно украсить вот такими вот украшениями из съедобного вот этого. Я не знаю. Жемчуг. Серебряный жемчуг написано здесь. Хопе асид хельми. Вот так вот украсить можно будет. Отходит он прекрасно. Думаю, как вот вчера мне в голову пришла идея, можно свернуть в рулет. А сейчас мы будем вот так вот каждый десертик можно проложить бумажкой для выпечки. И прекрасно будет храниться в холодильнике. Даже можно будет, если он у вас долго храниться не будет, как бы вы не едите, в смысле долго храниться. Если вы не будете, вас мало, можно хранить в морозильнике. Вот так вот. Девчат, пробуйте. Я постараюсь приготовить щадящий режим. Если к сгущенке без сахара добавить, как его, пудру сахарную, будет меньше калорий, потому что эта сгущенка была с сахаром. Желательно меньше сахара употреблять. Как-то так, девочки. Рецепт хороший. Объем тоже хороший. Можно готовить этот рецепт. Нижний слой в середине получился чуть меньше из-за того, видимо, что я нажимала. Ну, если
не сильно нажимать, думаю, тоже все равно схватится, потому что там все-таки сгущенка. Видите? Прекрасный десерт. Готовьте на здоровье.